חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. Для тех, кто пользуется интернетом, мы поздравляем вас из Одессы. Мы и там вас достали с нашими праздниками. И эти праздники заканчиваются осенью. А осенние праздники, самые прекрасные, называются Куши или же Суккот. Хаг Суккот Самеах, говорят здесь в Одессе. А это значит, что скоро будут дожди. Дожди начинаются тогда, когда у евреев есть кучки. Понимаю. И это может звучать жестко, но это праздник для всех народов. Мы поздравляем вас с этими праздниками, где возливается вода, где говорят о благословении, где ожидается урожай весной. И знаете, надежда всегда на Бога. Мы поздравляем вас с этими праздниками Суккот.